Остановка поликлиника. Следующая остановка — улица Бегичева. Уважаемые пассажиры, при выходе из салона не забывайте свои вещи. О найденных в салоне подозрительных предметах сообщайте водителю. Я хочу карточку. Свой, иди вперед. Дай мою карточку. Иди. Саша, он ждет, что ты прошла. Дай мою. Так, пошла вперед. Все, вперед прошла. Я хочу вперед. Потом вперед. Давай, получим. Все, смотрите. Сережа, держись, пожалуйста. Сергей. Иди сюда. Сережа, давай к бабушке. Тихонечко. Саш, ну пойди туда. Давай, Сережа. Саш, пойди. Держись. Ты можешь пойти, что Остановка — улица Бегичева. Следующая остановка — станция Бескудникова. Вот это наша, какой? Давай, давай. Поверни ноги, ноги поверни. Не мешай никому. Здесь я. Я хочу. Саш, ты мне свой характер можешь показывать? Все, пойдешь, не жалуйся, хорошо, хочешь? Ты не видишь, что у меня. Сейчас дом стоит. Флаг тебе дай. Но ты не будешь. Ты не понимаешь? Не будешь сейчас быть в флаг. Остановка — станция Бескудникова. Пока, Сереж! Не пока, кричи. До свидания. Мало что хочешь. Саша, я с тебя буду делать. Если ты подойдешь, сядь, говорю. Остановка — путевой проезд 40. Стоимость посадочного талона у водителя — 55 рублей. Приобретайте талоны на проезд заблаговременно, до совершения поездки. Остановка — путевой проезд 40. Следующая остановка — путевой проезд 28. Остановка — путевой проезд 28. Следующая остановка — школа номер 305. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны друг к другу. Уступайте места пассажирам с детьми дошкольного возраста, беременным женщинам, гражданам преклонного возраста и инвалидам.
сейчас, Саш, пойду чуть-чуть назад. Я вот тебя покажу. Ничего, Саша, не будет. Мы выходим сейчас. Чуть мы начинаем. Ну, не твои слезы. Ничего не будет. Слухавки. Оставляйте со мной. Остановка школа номер 305. Следующая остановка металлобаза. Пожалуйста. Сам же есть. Конечно. А вот это место, и стоят.